Добрый вечер, дорогие друзья! Мы на канале Едоки. Сегодня готовили картофельные котлеты с грибным соусом. Я показываю сервировку. Блюдо невероятно вкусное и рекомендую. Перед вами подробные ингредиенты. И одновременно варим картошечку. 5-6 картошин. Хорошенько потолчем. Подсолим по вкусу и добавим перчика, муки и опять хорошо перетолчем. Вначале применяю толкушку, а затем удобной ложкой. Эту массу картофельную мы отставим в сторону, она будет у нас отстывать, а мы будем готовить шампиньончики к нашему соусу. Нужно их мелко-мелко порезать, мелко-мелко. Вот таким образом пересыпаем чашечку и убираем, пока они нам не нужны. Убираем. Лучок 2 головочки. Тоже постарайтесь порезать помельче. Соус получается необыкновенного вкуса. Я редко вообще ем грибы, но это что-то с чем-то. Очень вкусно. Пересыпаем чашечку опять и убираем. Чесночок 2 зубчика. Измельчаем любым способом. И тоже убираем в сторону. Укропчик. Тоже постарайтесь помельче его порезать. Он потребуется нам в конце, чтобы украсить наше блюдо. В разогретую сковородку выливаем масло, грибочки наши и лучок. Поджариваем на сковороде. Вот поджарилось. 2 столовых ложки добавляем муки. Сливки. Сливки 200 грамм. Делим на 2 раза. Солим и перчим. И опять доливаем сливки. Затем стакан кипятка. Хорошо перемешиваем. Как только закипит, нужно снимать с огня. Все убираем. Формируем котлетки. Котлетная масса у нас немножко остыла. Хорошо отлипает от рук. Вот делаем кругленькие такие и поджариваем. Котлетки мягкие, нежные. Ну, просто тают во рту, как говорится. Поджариваем с двух сторон. Аппетитная штучка. И сервируем. Рядышком грибной соус. Зелень. И приятного всем аппетита. Спасибо. До свидания.